14, первое выступление. Любимцы Рабиндраната Тагора. Придумать название получше. Девушка гений. Подожди, зачем закрывать весь город? Мы же не можем справиться. Как? Оружие на них не действует. В принципе, можно накрыть весь город непроницаемым куполом. Нет-нет, я не о том. Три слова. Метод Розенкранца Бунина. Ты что, хочешь взять и развеселить всех? Именно так. Ну смотри, она питается печалькой. Так. Если мы искореним печальку, машина перестанет получать топливо и мотор заглохнет. Именно так. Нет, не так. Люди слишком разные. Мы не сможем развеселить всех одновременно. Из ныне живущих искр. Так что если ты перестанешь задавать вопросы и измышлять очередной геноцид, я мигом построю машину, генератор индивидуального счастья, который решит все наши проблемы, причем без крови и взрывов. Без крови и взрывов совсем не интересно. Что? А ничего, из всего вашего кровожадного семейства мне досталось самое чокнутое. Дай мне ключ на 10. Держи. Черт, похоже, дизель керамика вышла из строя. Что делать? Если переменяем полярность на кончатом диоде, ее можно заменить подорожником. Гениально! По-моему, готово, но вот что конкретно это должно делать? Это же классический синхронизатор душ, слегка переделанный под преобразование хинкальных мыслей в мощную нейроволну, пациента на нужный лад. И это вы называете слегка. Так, нам нужен доброволец. Добровольцем будешь ты. Идея использовать добровольца мне понравилась. Но я бы воспользовался микрокарбулярным утилитом Вульфенбаха. Он меня еще ни разу не подводил. Как он тебя не подводил? Ты же его еще не испытывал. В том-то все и дело. Оля, какой он микро! Он с меня размер. Ты не видел портофель. Он был трехэтажный дом. Кстати, судя по показаниям вот этого вот генератора корейского рандома, твоя адская машина нагреет его кровь до 270 градусов за 5 минут. Это ничего, я заменю кроме по формальной гамме. Но это сведет его с ума! Чтобы этого избежать, надо переместить его сознание. Например, в Парень. Ого, вот замечательная мысль. Осторожно, коридору не порви. Все. Ничего, все поправимо. Так. Ну, наконец-то. Доброволец закреплен. Введите сюда испытуемого. И кто-нибудь, отпустите ведущего. Какой в этом смысл? Его сознание все равно в паре. Ну тогда кто-нибудь отпустите паре, и пусть он ведет фестиваль. Это конец.